Вам что-нибудь сыграть, какую-нибудь композицию? Ну, да. Какую? Что-нибудь такое, знаешь, из прошлого. Вот этот, как он, Тим, буги-вуги этот играет. Такую простейшую, но он играет. Забыл фамилию его. Интересуюсь современной музыкой. Знаю, Мне знаю вот Полонез Огинского, интересно. знаю, что я знаю. Прощание славянки, О, знаю, кстати. Господи, не надо. Нет, Знаю там Мурку, «Постой, паровоз», знаю любые, «Позови меня тихо по имени». Но это не совсем с прошлого, но... это тоже. Ну, мне что 60-х вот такие нравятся вещи. Когда я еще только, кстати, тогда не было этих дискотек, назывались, на танцы ходил. Мне всего 75, а тогда мне было 19, я 47-го года. Ну, ладно. На танцах? Что на танцах Не проходили? особенно. Может, на танцах проходили в то время вот это? Или Нет, на нет? танцах этого не было, но музыка мне нравится. Хорошая музыка. Знаю еще Вот такого, когда если так... что-нибудь тихо. Вот Легран такой был. Он недавно, помнишь, Кто? играл. Под него. Легран, француз, на саксофоне играл. Умер недавно, 92 или 93 года было ему. Ну как недавно, года 3 или 4 уж. Он саксофонист, у него такие, это многие там немножко под его музыку переделывают. Ну, памяти уже нет. Я дофига вспомнил. Ну, хорошо, вы сыграли там, мне понравилось. Я вообще люблю гитару. Сам только не сподобился. Пытался учиться, да все, другим заканчивалось. Ну, счастливо Сейчас еще одну вам. попробую сыграть и пойдем дальше. Нормально? Мать моя любила эту песню и пела хорошо. Расстроил. Это был 9 мая. Тоже ямщик не гони лошадей. Ну, она простенькая такая хорошая музыка. Ямщик, не гони Ладно, на побегу я. лошадь.
Это я знаю эту песню, да, но я ее никогда не играл. Ну, вот этот вот, выходи, как она, это известная. Отвори потихоньку калитку. Тоже романс такой приличный. Потом многое из этих, которые из России сбежали, вот эти вот офицеры, ну, этим увлекались так слегка. Ну, был все-таки такой год, 60-е. Ладно, не буду вас. Переключился сам. Всем привет, друзья, и это канал Николай Попов. А видео, которое вы сейчас смотрели, оказалось самым популярным моим видео за все время. И оно набрало почти 1 000 000 просмотров. Вот только выложил я его больше года назад на второй свой YouTube канал, который называется Николай Попов Лайв. Ссылку на этот канал я оставлю в описании. Но совсем недавно, в новогодние праздники, спустя больше полгода, я снова встретил этого собеседника, который был прямо сейчас. Так что смотрим продолжение прямо сейчас на вот этом уже основном моем YouTube канале. И, кстати, не забудьте подписаться, давайте уже быстрее наберем 100 тысяч подписчиков на моем основном YouTube-канале. Здравствуйте, да. Здравствуйте. Вы мне раньше не попадались? Нет. А что? Опасность какая? Точно не попадались? Я умею прятаться. А что такое? У вас какие-то такие темы, от которых надо это самое бояться. Да нет, такое ощущение, что вы мне когда-то попадались. Ну ладно. Вполне возможно. Вы кто по профессии, если не секрет? Гитарист. Не врач? Я с врачами люблю. Подождите-ка. Как? Попов, нет, как его? Да. Точно? Да. Так вы мне попадались все-таки. Стрим был со мной. Да. Это вы были тогда? Я был. И вы еще оставляли мне комментарии, помните, под роликом? Да, помню. Да, и этот ролик у меня оказался самый популярный на лайв-канале, кстати. Так ой, вот я не по... еще, я так и думал. Так, кстати, а как... я еще там не на одном ролике, а на других тоже бывал, да, но так, случайно вот. А как вы не узнали меня сейчас, я что-то не понял. Я думал, вы как бы узнаете. Мне казалось, ну, знаете, вот эта чат-рулетка, она как-то немножко искажает, во-первых. Во-вторых, тогда такой был здоровый, знаете, это... А, я был здоровый? Да. А сейчас маленький, получается. Сейчас вот в этом колпаке, серьезно, конечно, и да, ну вот, остальное все вроде подходит. Я и до сих пор до конца не уверен, что это вы. Так, ну давайте могу что-нибудь сыграть. Вы сейчас опять стримите, да? Да, сейчас идет стрим, да, тоже снова, да. Не хочу я, не хотел бы я разочаровывать тех прежних, кто написал хорошие отзывы, мой адрес и все прочее. Ну, вы про вас писали все хорошее, по-моему. Да, хорошее писали. Ну, что ж. Ну, надо песенку хотя бы одну сыграть. Мне было приятно. Песенку? Ну, а какую песенку? Какую-нибудь романс, я же люблю романс. А, романс? Я не знаю, может быть, знаете «Метель» Свиридов? Не знаете? Ну, надо наиграть, может быть, я знаю только.
прекрасно. Такая спокойная, нормальная музыка. Ну что ж, счастливо. Спасибо. А вы подписались на тот канал, который я выложил там? Да. А то у меня, кстати, то у меня второй канал, кстати. У меня есть основной канал, там больше подписчиков. Да. У меня два канала. На него... Что? Также указать ваше... Да, там просто написано «Николай Попов Лайв». Там написано. А, да. А у меня есть просто «Николай Попов». Просто, без лайв. И у меня так получилось, что я вас выложил на лайв-канал... И этот ролик собрал больше всего просмотров, даже на основном канале у меня так не собирают. Да, было интересно. Это получилось у меня самое популярное видео вообще. У меня на основном канале так не собирают ролики. Не, ну, потому что это было не все, не задумано заранее, а все это было спонтанно выставлено. Я, кстати говоря, в этот момент был немножко под шофе. И... А, на том видео вы... Да, да. Ну, я вообще-то я не бываю сильно, но все равно в силу своих лет у меня немножко заторможенность есть в разговоре, когда я выпью. Ну, там было непонятно, кстати. По-моему, никто не понял. Я сам не понял. Ну, вот. А мне было... Я бы мог больше что-то хотелось бы говорить на тот момент, а ничего вспомнить не могу. Уже мне 76 уже, а тогда мне было 75. 75 это 2 года, что ли, прошло? Не 70? 70... А, 76 вам сейчас? Да, 76 вот в ноябре.